приходите на митинги, и вы увидите, ваша жизнь изменится очень быстро. Как придет к власти правительство демократических выборов Казахстана, ваша заработная плата в среднем не будет меньше $1500, не меньше. Минимальная зарплата, которую мы установим на таких сырьевых предприятиях экспортных, минимальная, будет минимум $1000, то есть около 400 тысяч тенге будет получать любой человек, который даже не обладает квалификацией, уборщица, водитель и так далее, это зарплата, нижняя планка около $1000. В реальности средняя зарплата будет не менее чем $1500, то есть 600-700 тысяч тенге. Вдумайтесь, в 6-7 раз повысится. Поэтому не идите на поводу. Вы уже 30 лет терпите, получаете гроши, перебиваетесь кое-как, живете нищенской жизнью, а миллиарды долларов – это политическая верхушка во главе с Назарбаевым, крадет, и вы живете нищей жизнью, и вам предлагают продолжить этот курс жить нищей жизнью. Поэтому не голосуйте, выходите на площади, выходите на улицы и площади, там, где мы обозначим. До 9 числа все эти адреса будут известны, и мы сумеем переломить. Это сделали в Алжире, это сделали во многих странах мира. Мы добьемся мирной смены власти. Так что я вас призываю не голосовать за Токаева. Жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых видео. Подписывайтесь на каналы 1612 в Инстаграм и Телеграм.